20 марта в 11:00 откроется главное краеведческое событие весны – 9-я Одинцовская научно-практическая краеведческая конференция «История и современность». Ее проведут в гостевом усадебном флигеле музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Больших Веземах. В программе конференции выступления, доклады, презентация. Кроме того, участников ждет обзорная экскурсия по территории и экспозиции музея-заповедника. Вход на конференцию бесплатный.